Совет городских общественных организаций Варавиксна обратился в самоуправление с просьбой предоставить в 2015 году право бесплатного проезда в городских автобусах и трамваях сеньорам, принимающим активное участие в общественной жизни Даугавпилса, но еще не достигшим 70 лет. Как известно, в настоящее время право на бесплатный проезд в городском транспорте имеют даугавпилчане от 70 лет и старше. Заявление список из 9 претендентов на льготный проезд в городских автобусах и трамваях были рассмотрены на внеочередном заседании социального комитета. По данному вопросу депутаты приняли положительное решение. В то же самое время они обязали исполнительные службы самоуправления разработать правила, которые бы определяли порядок выделения данного вида помощи в качестве исключения и предусматривали бы источники финансирования данной программы. По предварительным данным, одним из них может стать городской фонд поддержки общественных организаций. Окончательное решение будет принято на заседании Думы.